Ведущие раздевалки, скажем так, вы указывали ребятам, что нужно дальше быть повнимательнее, поменьше удалений. Действительно ли сегодня это тоже сыграет определенную, а может быть, решающую роль? Конечно, но это в каждой игре играет, как можно меньше удалений, потому что сейчас команда много работает над большинством, новые правила, поэтому много удалений получается, много игры в большинстве, и этому, конечно, уделяется очень много времени на тренировках, все команды работают, как бы сказать, что надо внимательно, самое главное без удалений, дисциплинированно работать ногами, возврат домой. А так, играть по плану. Что самое страшное в исполнении действующего чемпиона для вас, может быть? Да все страшно. Но действующий чемпион, мы все прекрасно понимаем, команда хорошая, быстрая, техничная. Поэтому мы готовы, мы разобрали команду полностью, показали видео ребятам, сделали план на игру. Самое главное, чтобы они его выполнили и выходить только на победу. Удачи вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.